Тема сегодняшней лекции – общественное бытие и общественное сознание. Общественное бытие и общественное сознание. Перед началом у меня будет два объявления. Во-первых, у нас довольно крупное событие произойдет в свете нынешней общественно-политической обстановки. 22 апреля в Разливе состоится международная научно-практическая конференция «Ленин в современном мире». И пройдет она довольно оригинально. Это 9-я конференция. Участники конференции собираются у метро «Черная речка» утром в 9:45. В 10 два автобуса «Неоплана» отправляются в шалаш, в разлив. Там состоится в каменном павильоне конференция, в которой примут участие различные известные ученые, историки, философы, государственные деятели, депутаты. И по окончании... Здравствуйте! Вопрос, да? Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Спасибо. Ага. Сегодня у нас будет в Шанхае. С трех часов. С трех часов. С трех часов. Три закончили. Да. Как вы считаете, если я и вас, там, и всех присутствующих приглашу на встречу? Ну, интересно, да? Он один из авторов. Я знаю. Иду к трем. К трем будет? К трем. А я три закончил. Ну, я буду вот... Ну, подходите, как вам удобно. Я сразу закончу лекцию, вам предоставлю слово. Спасибо. Как директору Института истории. Мы же знаем, где находимся. Конечно. Спасибо. Спасибо. Это что, весь курс, что ли? Нет, это лучше. Не понял, когда? Нет, это лучше. Это лучшая часть первого курса. Староста есть? Что, они сами не ходят на занятия? Так, ну вот попали, голубки. Сейчас мы самую светлую голову выберем. Вот девушка самая светленькая. Возьмите листочек и мне напишите, кто присутствует. И будут репрессии. Будут. А я подойду где-нибудь без 10. Спасибо большое. Спасибо. Значит, вот в пресс-релизе, да, по окончании конференции, третий парк, который нас туда везет и который будет увозить обратно, вот, для участников конференции организует фуршет. Ну и еще одно замечание по характеру конференции. Докладчики будут разных рангов, в том числе много докторов наук, но никто более 8 минут не получит и будут демонстрировать, как они за 8 минут могут... кратко и емко доложить свои соображения по этой проблеме. Я вот назову некоторые доклады. «Ленин и Китай». Доклад сделает доктор философии из города Тампере, Финляндия. Айма Миккинен его зовут. «Ленин о профсоюзах». Бегизов Александр Владимирович, главный редактор газеты «За рабочее дело». «Ленин о лозунге Соединенных Штатов Европы». Волович Василий Николаевич, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Национального минерально-сырьевого университета Горный, действительно член Петровской академии наук и искусств. Ленин о национальном характере русской революции. Воронцов Алексей Васильевич, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор философских наук, профессор. Ленин о самом современном капитализме. Гавшин Борис Николаевич, кандидат экономических наук, заместитель главного редактора российской общественно-политической газеты «Народная правда». Ленин о долгосрочном планировании. Галко Виктор Иванович, кандидат экономических наук, ректор университета рабочих корреспондентов Фонда рабочей академии. Актуальность ленинского учения о советах. Герасимов Иван Михайлович, кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, вице-президент Фонда рабочей академии, главный редактор газеты «Правда труда». Ленинский подход к здравоохранению. Дегтярев Денис Борисович, кандидат медицинских наук. Проблема революционной ситуации в трудах Ленина. Деревянко Сергей Сергеевич, член исторического клуба при губернаторе Ленинградской области. Ленинская политика в области свободы совести и положения религиозных обществ. Ерофеев Константин Борисович, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга, публицист.
Выборгская статья Ленина «Удержат ли большевики государственную власть». Забавская Надежда Ивановна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры, историко-культурный центр города Выборга. Ленин о миграции рабочих за рубеж. Золотов Александр Владимирович, заведующий кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Ленин и живопись. Исаченко Валерий Григорьевич, искусствовед. Ленин об отмирании государства. Казенов Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и социальных коммуникаций Санкт-Петербургского государственного торгово-экономического университета. Идеи освобождения труда в произведениях Ленина. Карпов Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, доцент юридического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, советник главы администрации курортного района Санкт-Петербурга. Борьба за ленинский мавзолей. Мироненко Олег Петрович, историк, писатель, политолог, действительный член Русского географического общества Союза ученых Санкт-Петербурга. Ленин о субъективных и объективных основаниях патриотизма. Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, политологии и социологии Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения, действительный член Петровской академии наук и искусств. Ленинский подход к империализму и империалистической пирамиде. Отдел международных отношений ЦК Коммунистической партии Греции. Ленин как философ. Орлова Надежда Хаджимирзановна, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии Санкт-Петербургского государственного университета. Работа Плеханова и Ленина над программой РСДРП. Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и философии истории Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор газеты «Народная правда». Империализм времен Ленина и империализм 100 лет спустя. Трейнис Сергей Александрович, член правления Социалистической партии Латвии. Латвия. Ленин о противоречии при империализме между кучкой наиболее богатых империалистических держав и ограбляемыми ими странами. Тюлькин Виктор Аркадьевич, депутат Государственной Думы Российской Федерации 4-го созыва, главный редактор газеты «Трудовая Россия». Кто для рабочих Ленин? Французов Николай Павлович, водитель ООО «Хлебный экспресс», житель Сестрорецка. Как сохраняли музей, сарай, шалаш Ленина в Разливе в годы безвремени? Шаймуханова Лариса Георгиевна, главный специалист сектора информации администрации курортного района Санкт-Петербурга. Ленин о необходимости изучения диалектики. Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук. Поскольку я являюсь председателем оргкомитета конференции, я имею возможность желающим из присутствующих по окончании лекции вот выдать пригласительные билеты. Да. А? Там будут все желающие. Конференция открытая. Открытая. Есть еще вопросы? Нет, да? Значит, второе объявление. Вот приходил директор Института истории и сообщил, что в районе 3 часов здесь будет выступать господин Шахрай. Тот самый, который является, считается одним из авторов, если не главным автором, того проекта Конституции, за который никто не голосовал, но который сейчас является проектом, не проектом уже, а Конституцией России. Вот, так что встреча в любом случае это интересная, тем более, что он не гуманист. Если вам нужно, вот, антикоммунист, вот он придет. Все будет хорошо. Можно? Да, конечно, можно будет. Поэтому сегодня с приходом директора Института истории мы наши лекции с вами завершим и продолжать не будем. А вы будете здесь оставаться и участвовать вот в этом самом мероприятии. Вот второе сообщение. Ну, а теперь приступим непосредственно к содержанию наших занятий. Что такое общественное бытие, мы с вами разбирали, правильно? Теперь осталось разобрать, что такое общественное сознание. Кто-нибудь из присутствующих знает, что такое сознание?
сознание? Я познаю. Ну скажите. Зачем? Как, чтобы показать, что вы знаете, доказать? Я. А так, это неубедительно, говорите, я знаю. Это неубедительно. Сейчас никто не верит на слово. Такое время. Кто поверит? Так что такое? Красивый. А? Некрасивый. А красивый, не надо, надо правильно говорить. Понять, знаете, что такое? Понять. 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 Да. Что это такое? Ну, не кажется. Нет, понять значит выразить в понятии. Выразить в понятиях. Если вы в понятиях выразить не можете, некрасиво, не некрасиво, а просто не можете, значит не поняли. Значит, еще есть претенденты на то, чтобы сказать, что такое сознание? Значит, сознание – это свойство высокоорганизованной материи. Свойство высокоорганизованной материи отражать материю, в том числе и вот эту самую высшую форму материи человека. Человек отражает материю и себя, как часть этой материи, в понятиях. В понятиях. Можно даже больше сказать. Во все то, что является мыслью, проник язык. И язык – это единственная форма существования мыслей. Мысли вне языка, помимо языка, не бывает. Кто хочет представить себе какие-то такие мысли, он увидит, что они сводятся не к мыслям, а к чувствам, к потрясению, к огорчению, к печали, к радости и так далее и тому подобное. Но это никак не относится к понятию. К понятию. Мир постигает человек трояким образом. Во-первых, есть постижение мира религиозное. Нашу земную жизнь мы представляем, или не мы, а те, кто является религиозными людьми, представляют в виде жизни на небе, в виде фантастических образов. Отсюда и такие явления, как преподобные, то ли подобные люди божествам, то ли божества подобны людям. Во всяком случае, они подобны. Про треугольники точно известно, что если один треугольник подобен другому, то и другой подобен первому. Так и здесь. Можно это трактовать так, что те люди, которые себя по-божески ведут, являются подобными божествам. А можно трактовать так, что те божества, которых рисуют, изображают, именно потому, что они являются отражением нашей земной жизни и земных людей, являются подобными людям. Или преподобными даже людям, потому что уж очень они похожи на людей. Вторая форма постижения мира – это постижение мира в образах. Вот если вы пойдете на концерт в филармонию и будете слушать там прекрасную музыку, у вас будут разные чувства и мысли разные. Но у разных людей будут разные мысли, совершенно не связанные обязательно с тем, что вы находитесь на концерте, что вы слушаете музыку, как угодно. А вот то, что у вас, так сказать, определенное настроение будет, связанное с характером музыки, это точно. То есть музыка передает образы, чувства непосредственно, минуя выражение в понятиях. И, наконец, в своей книге «Феноменология духа» Гегель доказал, что высшей формой постижения мира является постижение в понятиях. В понятиях. Поэтому дальше, вот когда мы будем с вами говорить о сознании, то мы будем иметь в виду прежде всего вот этот аспект постижения в понятиях. Не тот аспект, что вот если инфляция выросла, мы загрустили. Инфляция упала, мы обрадовались. Нет, другой аспект. С чем это связано?
проявлением чего это является, это должно быть понято, то есть выражено в понятии «я». А что такое общественное сознание? Общественное сознание, если мы скажем, что это сознание тех людей, которые живут сейчас, это будет неправильно. Потому что в общественное сознание входит все, что создано человечеством за все время его существования в духовной сфере, в сфере сознания. Поэтому у нас есть такая замечательная возможность учителей, коллег выбирать себе не только из ныне живущих, но и из тех, кто жил ранее. Что и надо делать. Поэтому люди развитые, культурные, понимающие, что культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный, не ограничивается теми, с кем они могут, как говорится, лично побеседовать или чьи лекции послушать или почитать, а обращаются ко всему культурному, научному наследию человечества. И поскольку гениальных произведений очень много, то читать просто хорошие книги нет просто даже и времени. Потому что и гениально не успеешь прочесть. Вот такое существует противоречие. Поэтому прежде чем что-то начать читать, а не просматривать, надо еще крепко подумать. Всем надо научиться просматривать книги, то есть вот брать книгу и листать. И не задерживаться при этом, не останавливаться. Вот листать и смотреть, страницы передачи и смотреть. Я вас уверяю, и вы поймете, хорошая эта книга или плохая, и стоит ли ее читать. Вы долистаете до конца и отложите. Но потом. Потом дорую возьмете, а по другим книгам вы заметите там что-то такое, что заставит вас остановиться и постараться приобщиться к ней более обстоятельно. При этом, конечно, приходится, по крайней мере, в начале научного творчества опираться на известные авторитеты. Лучше всего опираться на авторитеты великих людей, которые заведомо являются великими и гениальными, а не так, что вас какой-нибудь человек с замысловатой фамилией собьет с толку. Изначально вы потеряете много времени и не получите того результата, который могли бы получить. Так что мы знаем, что такое общественное сознание. Так вот, общественное бытие отражается общественным сознанием, а люди, которые обладают сознанием, ставят себе цели и достигают этих целей. И раз они достигают этих целей, они преобразовывают общественное бытие и влияют на это общественное бытие, изменяя его. Поэтому не только общественное бытие влияет на сознание, поскольку в сознании оно отражается, но и сознание влияет на общественное бытие. Некоторые на этом ставят точку, им кажется, все уже теперь понятным, а первое влияет на второе, второе влияет на первое, друг на друга влияет, это взаимовлияние и все. На самом деле это обычная ситуация, когда одно влияет на другое и обратно, а надо разобраться, какое влияние является определяющим, коренным, основным. А какое это, так сказать, обратным влиянием уже второстепенным? Вот точка зрения материализма состоит в том, материализма, примененного к истории, что определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни, то есть материальных благ и людей, как тоже материальных объектов. И вот это вот производство и воспроизводство непосредственной жизни является определяющим в человеческой истории. От него, от этого производства непосредственной жизни, зависит все развитие человечества и все взаимодействие общественного бытия и общественного сознания. Из этого вытекают такие, например, выводы, что мысли господствующего класса являются господствующими мыслями в обществе. Не мысли самых умных людей являются господствующими, и не самые хорошие мысли. Нет, этого нет положения. Иногда бывает наоборот. А господствующими в обществе мыслями являются мысли господствующего класса. Какие мысли господствовали в период рабовладения? Какого класса?
Период рабовладельцев, мысли рабовладельцев. А с мыслями рабов никто вообще не считался, с ними обращались как с говорящими орудиями. В феодальном обществе чьи мысли считались, так сказать, общественными мыслями? Мысли феодалов. Наконец наступило буржуазное общество, в котором как бы все свободны. Все свободны, и с точки зрения формального права, то есть вы имеете право есть на золотом блюде, если оно у вас есть. И об этом еще Чернышевский говорил, что в этом смысл, так сказать, провозглашаемых прав человека, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Если у вас нет, возьмите у меня на время. Покушайте, потом отдайте обратно. Я другому передам. И так постепенно вы это право будете реализовывать. Правда, у меня его тоже нет. Я у кого-нибудь тоже попрошу на время. Скажу, вот студенты хотят тоже воспользоваться своим правом. Скажем, у бомжей право на жилье есть? Есть. У него жилья у них нет, а право на жилье у них есть. Вот у вас есть право на хорошую работу и высокую зарплату? Конечно, есть. А есть у вас гарантия, что вы получите хорошую работу и хорошую зарплату? Нет. Это разные совершенно вещи. Одно дело право, провозглашенное, а другое дело возможность, реализованная. Возможность это право реализовать. Это совсем разные вещи. Вот, кстати, та конституция, проект, который составил господин Шахрай со сотоварищи, она как раз сводит дело к тому, чтобы провозгласить разные права, не давая никаких гарантий их реализации. Так что вы можете позадавать вопросы одному из составителей, так сказать, приобщиться к этому законотворческому процессу. Я тоже был приобщен к этому законотворческому процессу, потому что был членом конституционного завещания и наблюдал это все изнутри. В мраморном зале Кремлевского Кремля, значит, вход через Спасскую башню, я представлял проект Слободкина и видел, какие еще были проекты. Был проект вот этот, который якобы готовил Шахрай, может, вы его спрашивали, он действительно готовил или нет. Мне потом скажете, потому что так говорят. Но я вот документы-то не видел, а так вот скажут, и, так сказать, точной информации не дают. Был вот этот проект, который в конце вдруг появился, хотя он появился как проект Ельцина. Но был еще один проект Ельцина, Конституционной комиссии Верховного Совета. Секретарем этой комиссии был Румянцев, поэтому он, так сказать, имеет хождение как проект Румянцева. И был проект ЛДПР, с которым деловито, так сказать, расхаживал товарищ Жириновский и всем членам конституционного совещания выдавал. Я выдавал газету «Народная правда», в которой опубликован был проект Слободкина, который предполагал установление выборов не по территориям и по избирательным округам, а через фабрики и заводы по трудовым коллективам. Собчак предложил свой проект. Он единственный человек, который вот проект, который я предлагал, не взял. И поднял такой шум, что все стали у меня требовать, и быстро разобрали все проекты, какие у меня были. У меня ничего не осталось. Так что я вынужден был его поблагодарить. Затем я наблюдал, как судью, автора вот этого проекта, Слободкина, судью, который решил пройти вот около трибуны, где стоял Ельцин, схватили охранники, у него упал ботинок, ботинок подняли вместе, отдельно охранники несли ботинок, отдельно судью Слободкина, все это было видно по телевидению, вынесли в зал и там положили. А потом все, когда стал выступать по этому вопросу, председатель Верховного Совета Хасбулатов, все, кто, так сказать, с ним были не согласны, стали стучать крышками, и говорить было невозможно. Тогда все сторонники Хасбулатова и противники тем самым Ельцина встали и ушли, и поехали в Белый дом. Там решать вопрос, что дальше делать. А остались, так сказать, сторонники как раз вот того проекта, который сегодня вот будет представлять, или, вернее, которого можете лишь узреть, автора этого проекта, господин Шахрай. В любом случае, это интересно, потому что историкам интересна не одна какая-то сторона, а борьба противоположных сторон. Правильно? И чем точнее данные, и чем точнее картины полнее, тем, конечно, лучше.
Отсюда из того, что общественное бытие определяет общественное сознание, а вот это основной тезис исторического материализма, что раз оно является определяющим, основным, общественное бытие определяет общественное сознание. То, что мы говорили, что господствующие мысли в обществе – это мысли господствующего класса, это вот другое выражение той же самой идеи. Что из этого вытекает? Из этого вытекает, например, что мы с вами можем сделать прогноз следующих выборов очень легко. Пока некоторые, так сказать, собирают только еще опросы разные, кто за кого будет голосовать там и так далее, мы с вами заранее можем сказать, что поскольку в нашем обществе сейчас установились буржуазные отношения, и, соответственно, идеология господствующего класса – это идеология буржуазная, она находится в большинстве голов. Значит, избрание будет демократическим, а раз оно будет демократическим, и чем более демократическим оно будет, чем меньше будет нарушений, тем оно будет более точно выражать идеологию, которая находится в головах у большинства. А какая в головах у большинства находится идеология? Буржуазная. Ну, раз буржуазная, какие партии победят? Буржуазная. Вот видите, нам с вами уже все ясно, на первом курсе. Некоторым не ясно до конца, они прямо ждут, как закончится выбор, подсчет последних голосов. Давайте им сразу скажем, не волнуйтесь, все будет хорошо. Все будет хорошо. Причем, чем честнее выборы, тем вот этот принцип вполне себя реализует. Потому что вдруг там кто-то подтасует, вдруг какие-нибудь затесались коммунисты в избирательной комиссии и подбросили Зюганову какие-то голоса. Правильно? Или наоборот. Или кому-то показалось мало голосов за Единую Россию, и он решил еще подбросить. И так далее. Тем более, что выборы сегодня у нас в современной России дело коммерческое во многом. Почему? Я думаю, вот этот факт, который вам сообщу, вы не знаете. Что вот те партии, которые находятся в Думе, они получают от государства в соответствии с законом о политических партиях финансовую поддержку в количестве 50 рублей за каждый поданный за эту партию голос на выборах. Если, скажем, в этом году были выборы в Думу, и проголосовал 1 000 000 человек за какую-нибудь партию, то значит партия должна получить 50 миллионов рублей от государства. Но поскольку за Единую Россию большинство голосуется больше всего денег, на будущую предвыборную агитацию получит та партия, которая и так больше всех имеет мест и так далее. Ну а те партии, которые не находятся в Думе, пытаются преодолеть этот барьер, они, во-первых, обязаны подписи собирать, а думские партии не обязаны собирать подписи. Прямо могут вот подавать своих кандидатов и все на выборы. Список составлять и включить. Сколько, как вы поможете нашей партии за включение вас в список? Не надо ничего покупать, это никакое не нарушение. Вы помогаете нашей партии, потому что любите нашу партию. А мы вас включим в список, потому что вас любим. Потому что мы любим тех, кто любит нашу партию. Нет у вас 50 миллионов? Тогда будем... У кого есть 50 миллионов? Нету? Тогда мы с вами не участвуем в этих выборах. Пропускаем этот тур. Ну а как конкретно осуществляется это влияние? То есть, каким образом так происходит? То есть, то, что это определяющее влияние, это факт. И факт, подтвержденный историей. Как это происходит? А происходит это следующим образом. Надо еще охарактеризовать нам бытие. Не только с точки зрения, что оно есть. Вот это производство материальное. И есть производство материальных благ, и есть способ производства, есть производственные отношения. А надо еще охарактеризовать с точки зрения того, кому и что выгодно в силу его положения в этом производстве. Если я буду оценивать, кому, какому человеку и что выгодно в силу его положения в общественном производстве, то я буду что оценивать? Человека или положение, или бытие? А? Не понял. Нет, все сразу не бывает.
Вот два глаза могут смотреть, а две мысли сразу не бывает по очереди. Поэтому приходится говорить тезис, антитезис, синтезис, чтобы выразить диалектическую мысль. Не получается так все сразу. Так вот, в силу того, что мы говорим о том, что выгодно, не что люди думают про то, что им выгодно, и не что они хотят, и никакие у них потребности, и что они там, так сказать, полагают или предполагают, а мы говорим, что им выгодно, то мы говорим о том, как изменится положение этих людей в связи с тем вот изменением, которое мы оцениваем. С каждым изменением в обществе связано какое-то изменение положения в производстве. Поэтому с каждым изменением можно связать характеристику этого изменения, которая показывает, что тем людям, которые находятся в таком положении, объективно выгодно. И в какой мере? И вот такая характеристика положения людей в системе общественного производства, которая показывает, что им объективно выгодно, называется экономическими интересами. Такая характеристика положения людей, которая показывает, что им объективно выгодно в силу их положения в системе общественного производства, называется экономическими интересами. И эта объективная характеристика положения людей, она характеризует не людей, а то место, которое они занимают в этой системе производства. Сядет другой человек на это место или встанет на это место, у него будут точно такие же интересы. Например, я, не будучи студентом, могу сказать, что студенту выгодно получать стипендию больше, чем он сейчас получает. Я угадал? А вы, не будучи профессором, можете сказать, что профессору выгодно повышение зарплаты профессоров? Тоже можете сказать. А вот покупателям что выгодно? Повышать цену на то, что они покупают, или понижать? Понижение цены, конечно, выгодно покупателям. А вот скажите, пожалуйста, а рабочий – это тот человек, который покупает рабочую силу или продает? Продает. Если он продает, значит, ему, наверное, цену рабочей силы выгодно повышать. А если я вот работодатель, представитель работодателя, покупаю вашу рабочую силу, я кто? Эксплуатант. Не надо мне ругаться. Я покупатель. Я покупателю, я купил вашу рабочую силу. У нас же товарное хозяйство. Ты мне, я тебе. Вы продаете свою рабочую силу. Можете не продавать. Я же не заставил. Вы свободный человек. Идите вот ему продавайте. Туда вот, на тот край идите. Купите рабочую силу, отличная. Берите. По дешевке отдает. Сколько часов-то можно в день вашу рабочую силу использовать? Почему, если я сам могу собой распоряжаться, вы мне продаете? Нет, я вам не продаю, я советую. Почему я советую? Я свободный человек, я советую купить. Вы же стоите на рынке, торгуете свою рабочую силу, никто не хочет покупать. Купите, купите мою рабочую силу, никто не хочет, я вот агитирую. Люди подумают, что может, если они так мой совет примут, может, я там где-то на экзамене так как-то так пойду навстречу. Все-таки какое-то влияние у меня тоже есть какое-то бытие определенное, правда? С которым надо посчитаться. Ну вот. Так вот, наконец, все-таки вы поступили ко мне на работу. То есть я купил вашу рабочую силу. Я купил. Вот теперь скажите мне, как вот теперь можно ответить на вопрос, когда я вам повышу зарплату? Когда я буду лучше работать. Да ладно. Рассказывайте сказки. Вы продавец, товара. А я покупатель. Вы спрашиваете у покупателя, когда покупатель повысит цену на тот товар, который он покупает. Он что, сумасшедший? Чего вы спрашиваете-то? Подумайте своей головой, товарищ дорогой. Люди странно говорят, когда нам повысят зарплату? Никогда. Вы продаете, вы себе повышаете. Ну, конечно, я могу вам, абстрагируясь от того, что я представитель работодателя, сказать, что если вы один будете только требовать повышения, из этого ничего не выйдет. Вон у вас сколько много. Соберитесь, создайте профсоюз и боритесь. За что? Вот у вас будет, что такое профсоюз? Это монополия продавцов. Я пошел
Думаю, ах, вы не хотите по такой цене, я пойду вам в соседний зал. А вы уже с ними договорились, они тоже не продают по малой цене. Я пошел на третий этаж к нам, в институт философии, а там эта зараза уже от вас пришла и туда. Что мне делать? Ну тогда мне деваться некуда, потому что если у меня есть средства производства, и никто не придет, никто не будет ими осуществлять труд и производство, то я разорюсь. И все это пропадет, потому что на самом деле богатства мои создаются не мною, а вами. Поэтому мне придется тогда пойти на что? То вы просто повысили всю зарплату, и мне пришлось купить по повышенной цене. Пришлось. А таких дураков, чтобы самим повышать, нету среди капиталистов. И не надо их так и представлять, что они такие вот дураки. Вот представьте, сейчас я приду вот в буфет наш. Приду и скажу, а почем у вас пирожок? Они говорят, 20 рублей. Я говорю, беру за 50. Ну так. Я думаю, там вот эти две женщины, которые стоят, они так меня вроде здороваются со мной, так посмотрят настороженно. Потом говорю, а сколько вот у вас вот там вот эта шоколадка стоит? Она говорит, 40 рублей, беру за 100. Это, наверное, говорит, это не из института истории, это точно из института философии. А если я третий такой вопрос задам, они начнут думать, что не зря покрасили наш дом в желтый цвет, свежий. То есть вот эта категория экономический интерес, замечательная категория, она не сводится к тому, чтобы я ходил, вот как некоторые социологи говорят, давайте я вас опрошу, что вам надо. Давайте я лучше вам расскажу, что вам выгодно. Да вы и сами, наверное, знаете, что вам выгодно. Поэтому надо ставить вопрос, что выгодно, а ничего я хочу. Да хотите, что хотите. Но вы натолкнетесь на то, что выгодно тем, кто вам это не будет предоставлять. Правильно? Поэтому категория экономических интересов – это центральная вообще категория исторического материализма, которая позволяет вот этот вот процесс взаимодействия бытия и сознания описывать, изображать и представлять. Поэтому люди гениальные, изучавшие политические вопросы, исторические вопросы, они говорят, что люди, так Ленин писал, будут жалкими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они за всякими программами, заявлениями, названиями различных партий не будут различать интересы различных классов, пока не будут ставить вопрос, кому выгодно. Поэтому кто убил, кто зарезал, мы не знаем, а кому выгодно, это мы можем выяснить запросто. Мы-то не следователи с вами, мы исследователи. Для исследователей важный вопрос, кому это выгодно, в чьих это интересах сделано. Вот о чем надо думать прежде всего. А интересы различаются. А как они различаются? Очень просто. Стоит вам перейти в другое экономическое положение, у вас сразу будут другие экономические... Ничего с сознанием-то не произойдет сначала. Правда? Вот вы представьте себе, что вы работаете продавцом в ларьке, а потом пошли в другой ларек купить себе перекусить что-нибудь. И все. Вы были продавцом, а пошли туда и стали покупателем хотя бы на время. И вы заинтересованы в том, что а что так дорого у вас так в вашем ларьке? А вам говорят, а вы идите посмотри, как у вас дорого в вашем ларьке. То есть, если вы попали в положение рабочих, значит, у вас интересы такие, как у тех, кто находится в этом положении. То есть, у вас такие интересы, как у рабочего класса. Если вы не являетесь рабочими, у вас никогда не будет таких экономических интересов, но вы можете их идейно выразить, осознать эти интересы и рассказать рабочим, какие у них интересы. Вот Ленин в работе «Что делать?» объясняет, что самостоятельно пролетариат не может выработать пролетарскую идеологию в силу своего положения. Потому что идеология должна вырабатываться научно. Поэтому вырабатывают ее ученые. И она становится результатом развития науки, а не так, что вот просто кто-то... Вот, давайте я спрошу, какая у вас идеология. Идеология вырабатывается. А потом вносится в класс. А кто вносит в класс понимание его интересов? Его идеологии вносят, в том числе и в буржуазную. В среду вносят буржуазные идеологи. А в рабочую среду – пролетарские идеологи. А сколько идеологий существует? Вот в обществе существует два противоположных класса в современном. И в разделенном на классы обществе. Значит, если существует...
современном обществе буржуазия и пролетариат, значит, имеется две противоположных идеологии. Какая? Пролетарская и буржуазная. И третьей идеологии не выработало человечество. Нету третьей идеологии. Нету. А есть третий класс. Мелкая буржуазия. Это кто такой? Это класс, который работает с помощью своих средств производства, ему принадлежащих, и выносит продукты своего труда на рынок. То есть продукт его труда – стоимость, товар. Поэтому он заинтересован в том, чтобы а. меньше трудиться, больше получать, или можно сказать, что он заинтересован также в том, чтобы стать настоящим хозяином, стать капиталистом. Поэтому у него интересы. И такие есть. Поскольку он трудящийся, то его интересы, как трудящегося, близки интересам рабочего класса. А поскольку он стремится стать настоящим хозяином, то есть выйти в ряды или войти в ряды буржуазии, всплыть, так сказать, в обществе, то у него эти интересы толкают его в буржуазную сторону, поэтому он, ему это выгодно. А что у него в сознании? А в сознании у него обычно каша. Там сочетается элементы, так сказать, революционные, элементы пролетарские и элементы контрреволюционные, реакционные, и то, и другое. Поэтому самая путанная идеология у мелкой буржуазии. Но это не значит, что какой-то мелкий буржуа с помощью образования и занятий, так сказать, научных, не может встать на позицию, последовательно занять позицию какого-то класса, или буржуазного, или пролетарского. Одно из двух. Вот это очень важно. А есть еще одна категория интереса, которая применяется в другой науке, которую мы с вами не изучаем. Наука называется, может, вы изучаете. Психологию изучаете, нет? Нет. В психологии совсем другое понимание интересов. Там другое. Это у психологов есть категория интересов, которые характеризуют ваше сознание. Вот вы сейчас на меня смотрите, да? Даже вопрос задавали. Раз вы на меня смотрите и вопрос задавали, что я сейчас объект вашего внимания. Так вот, значит, у вас имеет место концентрированная направленность внимания на меня. Вот концентрированная направленность внимания на какой-то объект называется психологическим интересом. То есть я интересуюсь пением, если я вот интересуюсь, кто там сейчас будет петь и где, в каком концертном зале, и когда, на этой неделе. Вот это предмет моего интереса. Это интерес к пению. А когда мы говорим о заработной плате или положении, мы говорим интерес в. То есть даже в русском языке для экономического интереса, то есть интереса экономического, который характеризует экономическое бытие, одно управление в языке, а для психологического другое. Можно их совместить даже в одном предложении. Обращаясь к тому, что кто пьет, сказать, что вот ты интересуешься тем, в чем ты объективно не заинтересован. Правильно? Объективно это приводит к разложению человека, а он интересуется только вот этим пьянством, бутылкой. То же самое можно сказать и наркоманам. Что наркоманы объективно заинтересованы, чтобы раньше умереть? Нет, конечно. Но интересуются же. Тянулись. Причем очень часто не по своей вине. Потому что наркодельцы, например, приходят в школы и раздают таблетки для начала. Для интереса детям, бесплатно. Потом второй раз бесплатно, потом третий раз бесплатно. А потом говорит, денежки дай за это. Потом дети начинают свои, то, что на завтрак там родители дали им отдавать. А потом начинают другие деньги дома собирать. Потом все деньги у родителей забирают. Потом людей начинают убивать, потому что они не могут остановиться, потому что не могут без наркотиков жить, потому что уже потребность такая, что она разрушает полностью организм. Так вот это ничего с экономическими интересами общего не имеет. В этом наркоман не заинтересован. Он заинтересован в том, чтобы освободиться от этой привычки. И вообще он заинтересован даже в том, чтобы осознать, что наркотик – это не просто какое-то вещество. Это такое вещество, которое обладает свойством в первую очередь сламывать сопротивление к его потреблению. Поэтому люди говорят, я только попробую. Ну, раз ты эту границу перешел, то мало кто дальше сможет остановиться. Тот, кто был трезвый, говорит теперь, что он тверезый.
И дальше пошло-поехало. Хотя говорят, что есть люди, которые могут остановиться. Вот одного работника помещик брал на работу. А было две кандидатуры. Он спрашивает первого, сколько ты можешь выпить? Говорит, ну не знаю. А второго спрашивает, сколько можешь выпить? Он говорит, ведро. Кого он, думаете, взял? Кто ведро выпьет, конечно, потому что он знает свои границы. Этот вообще не знает границ. Меры не знает. А вот этот знает. Вот такая картина получается здесь. Студенты заинтересованы объективно в том, чтобы слушать лекции. О чем? Там сказал директор института, товарищ Давудов. Абдулла Хамидович. И еще он это продемонстрирует, что деканат тоже заинтересован в том, чтобы хоть студенты реализовывали свой объективный экономический интерес и так далее. И вот, обладая знанием этой категории, очень многое в обществе можно понять. И понять, как взаимосвязаны между собой интересы с одной стороны и сознание. С этой точки зрения можно, например, понять, а что такое политическая партия? Как вы думаете, что такое политическая партия? Какие вам в голову мысли приходят, так сказать, ну, как бы поверхностные, так сказать, без того, чтобы вы заранее не обдумывали, не изучали? Что такое партия, как вы думаете? Группа лиц. Группа лиц. У метро стоит. А? Группа чего? Идеологов. Группа идеологов. А что, они слоняются туда-сюда? Что эти делают с группой идеологов-то? Выражает идеологию класса. Понятно. Вот я вашу идеологию сейчас выразил. Это что, у нас партия уже? Не, у вас нету. Если я идеолог, то я в партии, а вы нет. Так? А чем объединены-то они? Интересы. Общие интересы. Интересно. У меня интересы-то другие. У Маркса вот по своему положению кто был? Маркс. Ну кто? А? Да ладно. При чем тут коммунист? Причем тут коммунист? Коммунист – это характеристика взгляда. А по положению в производстве кто он был? Буржуа. Да какой социалист? Он буржуазный интеллигент был. Что вы рассказываете? А Энгельс кто был по своему положению в системе общественного производства? Ну, нет, он сначала сын буржуя был. У него папа был фабрикантом. Он в конторе у папы работал. А вы буржуй, буржуй. Сын буржуя, это не обязательно буржуй. А потом, когда вот папа умер, вот тогда да. Тогда, когда фабрика перешла Фридриху Энгельсу, он стал уже капиталистом. И помогал Марксу. По своему положению, он что, перестал быть фабрикантом или нет? Не перестал. А идеологом он был какого класса? Ну так и не надо смешивать. Он был идеологом пролетариата, а по положению своему материальному был представителем прямо противоположного класса. А вот декабристы, которые выступили за освобождение крестьян от крепостной зависимости, они что, крестьяне были? Нет. Нет, а кто они были? Дворяне. Ну, дворяне – это кто? Какой класс? Буржуи. Ладно, вы что вообще? Да вы что? Я не знаю. Какие же они были буржуи, когда… Да вы что-то, вы прямо, я так к вам с такой теплотой относился, а вы перепутали феодалу с буржуями. Вы что говорите-то? Да, феодалы. Аксичич? Что вы говорите? Видно, о стипендии вам не доплачивают. Я не получаю. А, вот вы не получаете, я понял. Вот до чего доводит государство людей. Не платит им стипендии, они потом начинают путать уже. Если бы я столько получал, как вы, я бы еще больше путал. Класс. Видите, у меня лучшее положение. Я поэтому лекцию читаю. Когда я вас экзамены буду принимать, вы увидите, что у нас разное будет положение, да? Потому что я буду ставить оценки, а вы будете сдавать. Вы сдавать будете или держать экзамен? Сдавать. А вам что более выгодно, сдать экзамен или выдержать его? Выдержать выгоднее, потому что вы пойдете туда со знаниями дальше в жизнь. Если сдали, у вас ничего не осталось. Вы что? Вы подумайте о своих интересах. А учить одинаково почти. Так что такое партия, никто не знает. Это а? Это
Это какая-то группа заговорщиков, может быть, такая. А что, это не общественная, а группа заговорщиков разве не общественная организация? Ну как вот они? Вот, например, Насер возглавлял молодых офицеров в Египте, да? Вот они организовались и взяли власть. Убрали монарха, повели прогрессивную буржуазную линию. Молодцы? Ну, программу, само собой, надо написать. Диалоги. Общественная организация пишет программу, идеологию. Кого? Вот толпу я видел на Невском. Много народу ходит. Вот я сейчас сяду и напишу программу этой толпы. Как вы думаете, интересна будет программа? Многоплановая, да? Будет толпа. Кому вдоль надо Невского идти, кому поперек. Кто куда идет, кто в магазин, кто в Эрмитаж. Какой-то такой вот. Ну, я уже говорил, что так просто с кондачка не получается. А если взять научное определение партии политической, оно очень ясное и простое. Это авангард класса. Авангард класса и все. Мы к этому еще вернемся. А сейчас мы с вами только вот это зафиксировали. Дмитрий Иванович не закончил лекцию. Через сколько? Минут через пять. А если вы говорите, что партия авангард класса, то партия же не всегда. Что? Партия же не всегда входит в 31 класса. Конечно. Вот поэтому некоторые люди, определяют партию филологически. Пат, они начинают смотреть, по-английски это часть. А если вы возьмете часть рабочего класса, никогда партия не получится рабочего класса. Почему? Туда не войдут те люди из других классов, которые идеологию будут вносить этого класса, которые будут выяснять объективные интересы класса и вносить в класс понимание этих интересов. Поэтому никогда класс не состоит, партия класса никогда не состоит только из членов этого класса. Например, Ленин дворянином был или не был? А? Был с какого времени? С партии. Да не в партии, а дворянство. Дворянином он с какого времени стал? Да ладно, с рождения. У него папа не... Папа получил дворянство тогда, когда Ленину было 16 лет. Вот с 16 лет он был дворянин. Да. А вы не дворянин, случайно? Нет. Становление. Становление, да? Нет, это прихождение. Дзержинский был дворянином. Калантай была дворянкой. Ну, никак они не рабочие были. Правильно? А входили в партию рабочего класса. Да, так что давайте не будем. И наоборот. Всякие путаники были из рабочих. Прудон, Шляпников и так далее. Которые, так сказать, не столько пользу приносили, сколько вред рабочему движению. Поэтому, ну, и, а если вы возьмете такие крупные явления, как война. Например, в войну Великую Отечественную. На нашу землю кто вступил? Представители какого класса в большинстве были у нас тут? Вступили. Вступили, которые сюда, на нашу землю, и убивали наших граждан. А? Рабочие немецкие. Рабочие немецкие были. Так в большинстве это немецкие были рабочие. А кто же там был? Как вы думаете, из пушек Крупп стрелял, что ли? А на Мессершмиттах и... Мессершмитт летал? Так их тогда, этих самолетов было очень мало. Поэтому примитизировать это дело, так думать, что если он объективно такие интересы имеет, то он и субъективно стоит на такой же позиции. Вот мы и увидели очень ярко, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Фашистская идеология, то есть как разновидность буржуазной идеологии, захватила умы, как сейчас на Украине. Американский фашизм захватил, так сказать, умы очень большинства украинских граждан. Это удивительно или неудивительно? Неудивительно. Какие банки контролируют ситуацию на Украине? Украинские или американские? Ну и все тогда, и что тогда, если общественное бытие определяет общественное сознание, они у нас-то контролируют в значительной мере. Все. Но вот сделали грубую ошибку, товарищи, господа из Соединенных Штатов Америки. Взяли и санкции объявили. Так бы они по своей, как они давали по 1,5-2% кредиты
нашу привязали бы полностью промышленность и совсем бы ее утопили. А они вот сделали санкции, и наши вдруг начали искать другие источники финансов и заговорили, наконец, об импортозамещении. Ну, товарищи неграмотные в Соединенных Штатах Америки в области политической неправильно действуют. На наше счастье. Так что спасибо санкциям в данном случае. Ну что, поскольку нам сказал директор, что он придет без 10, а еще не приходит. Наверное, какие-то орудия пыток готовят для тех, кто не посещал. Ну давайте мы тогда закончим на этом.